Сегодня я буду изготавливать приспособления ручные, маленькие инструментики такие своеобразные для переноски каких-то листов, например, гипсокартон, либо каких-то железных листов, либо дверей. В общем, любую плоскую деталь или вещь ими можно будет переносить легко, намного легче, чем руками. Для этого мне понадобится прут арматуры, любой. Главное, чтобы был не слишком тяжелый и чтобы можно было удобно браться за него. Я для себя увидел, что 15 сантиметров для моей руки, по крайней мере, это будет вполне нормально. Я буду сейчас нарезать. Для этого мне болгарка стандартная, 125 круг по металлу, ну, для защиты очки и наушники. Ну вот, я для себя произвел разметочку по 15 сантиметров отрезочки. По ним я сейчас буду болгарочкой нарезать. Хочу отметить, что каких-то прям идеально четких размеров делать не обязательно. Я подобрал 15 сантиметров, это под свою руку, под свой обхват. Можно делать хоть больше, хоть меньше. Диаметр трубы тоже больше, меньше. Если даже какие-то детальки получатся там в пределах сантиметра, двух, неважно, там меньше, больше, тоже, в принципе, не страшно. Можно из любых отрезков их сделать, лишь бы они были примерно похожими по размерам. Ну вот, я подготовил отрезочки, и сейчас я буду эти отрезочки сваривать между собой. Вот я соединил две детали под углом. Сейчас я буду этот уголочек прихватывать. Соединяю я на глаз, без уголка специального, потому что великая точность здесь не нужна. После соединения уголка я делаю три стоечки. На этом конце одну, на этом конце одну, в этом же направлении, и между ними тоже еще одну стоечку. Вот получился этот инструментик, это приспособление. Видно, что вот эти плоскости у меня получилось не совсем ровные. Сейчас я это подгоню молоточком, кувалдочкой, и, в принципе, все на этом буду зачищать. Ну и, может быть, когда-нибудь покрашу. А на этом все. Изделие окончено. Ну вот, еще один инструментик готов, зачищен. Осталось сделать испытание.